Городская администрация в своем телеграм-канале «Вести с Дворянской» пишет о начале марафона служения, организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Это истории из жизни людей, руководителей, муниципальных служащих, волонтеров, рабочих, общественных деятелей, которые посвятили себя своей малой родине и стране в целом. Марафон стартовал в преддверии дня рождения президента России Владимира Путина. Администрация Октябрьского района Самары в своем телеграм-канале рассказывает о праздничном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека. Студенты Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Золотухина подготовили концертную программу. Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека прошло и в Ленинском районе Самары. Об этом пишет телеграм-канал района. Для гостей организовали концертную программу под названием «Мои года, мое богатство». Жители серебряного возраста читали стихи и пели песни. Администрация Кировского района Самары в своем телеграм-канале рассказывает о прошедшей штабной тренировке. Мероприятие проведено с целью проверки готовности органов управления и сил гражданской обороны к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. В ходе учений была проверена готовность в качестве укрытия подвального помещения одного из многоквартирных домов.